Итак, начинается заключительный пятый этап Кубка Нечернозёма по картингу. Начинается с свободной тренировки, утро субботы. Пока еще на асфальте видны небольшие лужи, но погода проясняется, и по всем прогнозам погода должна быть, даже солнце должно быть. Вот сейчас уже какие-то области видны. Первая же тренировка закончилась вот такой вот жопой. Сейчас будем варить. Раму заварили, и я замотал ее изолентой в цвет кузова, как говорится, чья боль. Серега решил первый раз проехать на ДД2. В этом ему помогает другой Серега, который лачен. Что, неудобно что ли? Неудобно? Не, ты не газуй. Вот и газуй. Так-то он старый ЧЗ-чик-то. А? Старый ЧЗ-чик-то на коробке ездил. Он ЧЗ-6. Да. Расходи на квалификацию. Да.
Погода портится, накрапывает дождик. Народ замер в ожидании, что же будет дальше. Должна быть тренировка ракет 120, но пока все ждут. Лопнутой рамы мы с Сашей пропустили две тренировки. Свободно. Грубо говоря, начинаем тренироваться только на официальных тренировках. Владимир Николаевич! Ой, блин, жестко праздник такой. Заначки достается. Два задних колеса. Передние как новые. Вот она, моя прелесть. Сейчас проходит вторая часть официальных тренировок. В данный момент на трассе находится ракет 120. Готовится РМ-мини. И также класс Опи. Второй заезд будет после окончания свободных тренировок в основных классах.
так, все тренировки и заезды класса хобби закончены. Началась официальная квалификация. На пятом этапе Кубка Нечерноземья по картингу. Начинается она с классов ракет и мини-ракет, которые объединены в общий заезд. Самый многочисленный класс Rotax Max Micro. Плюс в нем всегда много родственников, мамы, бабушки, различные дяди, тети, какие-то даже друзья. Вообще накал страстей. Все супер. Мотовые кукушкины. Квалификации по жизни происходят какие-то чудеса. Что над ребенком издевает? Ракет 120 квалификация тоже проходит под знаменем какого-то трэша и угара. Скажем так, святое дело с кем-нибудь, кому-нибудь зацепиться, например, Андрей Петров, которого вы видите на всех экранах.
и благополучно остаться на траве. Катцы готовят короток свиньи. Короток с микро идет проверка передаточного отношения, которое установлено. Рутаксмаг Сеньор готовы к квалификации. С карбюратора от роста забыл выдернуть их. Спасибо, кстати, строй.
Спасибо вам за участие. И на этом для Калмыка хобби сезон закрыт. Спасибо всем. Разойдитесь. Rotax Max Mini, квалификация, первый Шеленков Егор, с временем очень хороший, 35,8, второй Лырин Александр, третий Хаславский Даниил, четвертый Климов Петр, пятый Уминский Владислав. Так, ракет 120, квалификация, Сизова Елизавета первая, Игонин Александр второй, с разницей почти в 0,3 секунды, Агарков третий, Румянцев 4, Семенов 5, Зотов 6, Петров 7. Так, смешанная квалификация Rotax Max и Rotax Max Junior. Трешин 1, очень хорошее время, 34,957 Rotax Max Junior. В этом году быстрее его никто еще не ехал. Все это время лучше за весь сезон 2017 года. Ефимов Александр 2, Матвеев Андрей 3, Крутиков 4, Горохов 5, Яденко 6, Макеев 7, Барышев 8, Кирилов 9, Саинов 10. В классе Rotax, значит, у нас получается Матвеев, Крутиков, Яденко, Макеев, Кириллов и Rotax Max Junior, Трешин, Ефимов, Горохов, Барышев, Саинов. Так, Rotax Max Micro. Rotax Max Micro. Значит, Мотов выиграл квалификацию. Колесов второй, Ганин третий, Остапов четвертый, Казаков пятый, Кабиносов шестой, Голубев седьмой, Шканов восьмой, Гаврилов девятый, Хигер десятый, Данилушкин одиннадцатый, Горохов двенадцатый. Так. Да, что-то в этот раз да. Так, у вас ракеты, мини-ракет. Значит, Кучин Тимур первый, Жуков Григорий второй, Иванушкин третий, Иванов Владислав четвертый, Соловьев Дмитрий пятый. Но это разные зачеты здесь смешаны. То есть Кучин мини-ракет. Дальше мини-ракет у нас получается еще Соловьев, по-моему, и Иванов, насколько я знаю. Бурбилова. Ну, разберемся завтра. На списке участников уже официально. Класс ракет, мини-ракет, старт первого прогрева через 10 минут.
Добрый день, дорогие участники. Итак, мы собрались на заключительный 5-й этап Кубка Нечерноземья. Сегодня у нас будет награждение по окончании не только за один этап, но и за весь кубок. Так, у нас еще бегут опоздавшие. Награждать их не будем сегодня. Кто опоздал. Право поднять флаг соревнований предоставляется команде победительницы 4-го этапа, команде Люкскарт, Феникс, город Владимир. Флаг. Дождь все сильнее, прям видно, какой ливень начинается. Ну, в начале нашего мероприятия хотел бы поздравить пилотессу команды Люкскарт города Владимира Марию Хигель с днем рождения. Желаю исполняться 9 лет. Давай. Не подводил, чтобы ехал нормально и быстро. Так, ну похоже дождевая гонка у нас будет, но посмотрим, еще есть время. Вопросы есть? Точно нет вопросов? А пока скоро не приедет, а мне не у вас как всегда. У вас, так, сколько у вас? Микро. 12 кубов. А у нас на 12. Это будет сейчас. Первый едет ракет, мини-ракет, следующий едет микро, так же, как вы ехали. Вопрос политический. А режим регламентирован будет? Дождь, сухо? Да. Сейчас посмотрим. Сколько кругов? Вот 12 кругов. У нас есть еще полчаса. Смотрите, пока не сейчас ожидаем скорую, то есть без присутствия машины скорой помощи и бригады врачей здесь соревнования мы начинать не можем. Вот, и заодно ждем, что же с погодой. То есть в данный момент дождь прекратился, но трасса сырая, ветра нет вообще, совсем нету. И поэтому высыхать она не собирается особо.